Дальше говорит шейх очень тоже полезные слова. Нухиббу ахли аль-хадиси ва саира салаф аль-умма мин ахли сунна. Также мы, братья, любим приверженцев хадиса. Это, братья, самые лучшие из всех имамов, которые только ходили. Это те, кто всегда живут с хадисом, субханаллах. Потому что ты видишь, что любые другие ученые, да, может, он знает науку усуль фикха и так далее, но он использует эти науки, как говорится, против шариата. Люди, которые, братья, очень часто, вот кто видел, например, люди усуль юн, когда говорят про кого-то там, изучают усуль фикх и так далее, или же фикх и так далее и тому подобное, мы видим их, что у них не бывает бороды. Например, или они укорачивают свою бороду, или же они в длинных штанах ходят. И когда ты говоришь, брат, это не из сунны, он говорит, это желательное дело, у меня тебе, и начинает играть через правила шариата и так далее и тому подобное. Любой хадис пророка, алейхиссалям, пытается увести, как говорится, с его, а мы сказали, что мы принимаем хадисы, как они пришли. Приказал пророк, алейхиссалям, все это приказ. И валлахи, как Аллах субхану тааля говорит, инна линсана ли робби ля канут, что человек не благодарен своему Господу, это хорошо, несправедлив по отношению к своему Господу. Если кто-то из нас, например, среди вас, по-любому есть отцы, у которых есть дети, если ты скажешь своему ребенку, принеси что-то, а он тебе будет сидеть и дальше играть в какую-нибудь там игру там, и так далее и тому подобное, ты придешь и скажешь, ты почему не выполнил? Потому что скажешь, твой приказ не означает сразу, что его нужно сделать. И это желательно. То есть я могу принести, могу, и начнет так играться с твоими словами, что ты ему сделаешь? Хорошо, как мимо одно из его двух ушей будет красным, так же? Понятно? То есть. А что касается пророка, алейхиссалату вассалям, братья, у них это считается что-то, как говорится, муттафак алей, то, что это, братья, вообще без проблем, да, вообще. То есть это просто сказал и сказал. Но, братья, приверженцы хадиса, валлахи, не такие. Эти люди живут. То есть, как говорится, когда ругали некоторых из приверженцев хадиса, что ты, говорит, не выходишь с нами, почему ты с нами не бываешь? Он говорит, потому что я бываю со сподвижниками пророка, алейхиссалату. Каждый раз ты читаешь, субханаллах, как будто бы ты видишь посланника, алейхиссалям. Мы его не видели, братья, не видели с подвижником, но когда ты читаешь постоянно, что рассказал такой-то, что посланник, алейхиссалям, сделал так, что сподвижники были такие-то и такие-то, валлай, у тебя твое сердце смягчается. Ты видишь, кто такие, как Аллах, субханаллах, описал их, риджаль, сказал, мужчины. Садаку махадулали, они были верны своему завету перед Аллахом субханаллах. Минхуман каданаху, минхуман янтадир. Из них такие, которые уже умерли, из них те, которые еще имеются. Хорошо. То есть мужчины, братья, это были действительно мужчины субханаллах. То есть и просто, братья, когда мы слушаем рассказы о сподвижниках, ты удивляешься, субханаллах. Ты понимаешь, что да, у нас, как говорится, в графе, в анкетах мы везде пишем мужчина, но это слово мужчина и мужчина Абдулла ибн Умар, валлахи, как говорится, тогда нам нужно букву К перед А добавить, мужчинка, хорошо? То есть ничего, брат, то, субханаллах, когда ты знаешь, что такие сподвижники, валлахи, ты понимаешь действительно, что это за религия такая, почему, то есть они были готовы, братья, свою жизнь отдать, субханаллах, за посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается нас, как только, как говорится, у нас небольшая тряска начинается, мы и религию, самое первое, что продаем, это наша религия, Аллаху мустаан. Дальше говорит шейх Мукбиль, накраху альм аль-калям. И мы, братья, проявляем ненависть, братья, и нелюбовь к философии, братья. То есть, альм аль-калям, это, братья, философия, или же вот наука о болтовне, грубо говоря, если можно перевести, потому что это так и есть, валлах, братья. وَنَرَى أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ لِتَفْرِقَةِ الْأُمَّةِ. И мы, братья, считаем, то есть Ахлю Сунна валь Джамаа, то, что это из величайших причин, по которой, то есть умма делится, братья. Потому что эти умники, у каждого, как говорится, свой ум, свой мозг. И каждый из них сидит и говорит, ну мне, какой мне кажется, кто ты такой, чтобы тебе казалось? Не казалось Абу Бакру, не казалось Умару, не казалось Утману, не казалось Али. Это самые лучшие разумы, как говорится, самые знающие люди. Не казалось им, ты кто такой вообще? Чтобы тебе что-то там казалось, чтобы ты об Аллахе субхану ва тааля говорил, илля фа'иля, то есть первопричина. Братья, кому-нибудь приятно, субхану, если ты, твой сын скажет, ну ты причина моего существования. Приятное описание или неприятное? Да, ну как бы так есть, ты действительно причина существования твоего ребенка. Но тебе приятно будет первопричина, ты причина моего существования. Они описывают Аллах субхану, или говорят, илля фа'иля, причина, или же муджиб, тот, кто должен существовать. Что значит должен? Кому он? Тебе должен, субхану. Что это за слова? И вот это, братья, философия. Поэтому, братья, шейх Абдул-Карим Аль-Худейр из Мухаддисов Риада рассказывал такую смешную историю. Говорит, то, что, субхану, даже, братья, бедуины, обычные арабы-дедушки, которые не учились, как говорится, в школе, они даже понимают, что философия – это, братья, брехня, субхану. И говорит, один такой приехал, сын у одного араба, сын учился в Америке на философа, и докторскую защитил и вернулся. О, это машаллах же, в Америке где-то там учился и так далее. И, говорит, сели кушать, и он говорит, папа, я стал доктором. И он говорит, машаллах, врач? Он говорит, нет, говорит, доктор наук. Он говорит, каких наук? Он говорит, философских. Он говорит, вообще эльфальсов. Он говорит, что это за философия? Что это такое вообще? Он говорит, как бы тебе объяснить, как бы, потому что знает то, что субхану, обычный здоровый человек, как говорится, который на своем естестве, он не сможет эти бредни понять, хорошо? И они кушали в этот момент курицу. И он говорит, например, говорит, видишь эту курицу? Говорит, я смогу убедить тебя, что на этом столе две курицы, хотя там только одна.
И что сказал братец, как говорится, здоровый мозг, братец, здоровое сердце, говорит, Маша Аллах, тогда эту вторую курицу поешь ты, а эту давай сюда. Вот это, братья, ответ, как говорится, этим философам. Потому что, и когда эта философия смешивается, братья, с религией, субханаллах, получается ядерная смесь. Поэтому мы видим этих людей, которые абсолютно, как говорится, они как бы называют себя мусульманами и так далее, но ничего общего с шариатом не имеют, братья. Все, любой хадис, любой аят толкует его так, как нравится им, так, как понимает их разум. Хорошо. И поэтому, братья, большинство из них, как Рази, братья Джуэйни и так далее, когда они умирали, что они говорили? Рази говорил, если бы я умер, говорит, на убеждениях бабушек из Найсабура. Какие убеждения у бабушек в Найсабуре? И Найсабур, это в Индии, братья, в то время это была такая салафитская, суннитская деревня. Хорошо, то есть оттуда был кто? Найсабур, известный имам. Кто знает Найсабура? Какой известный имам? Самый известный имам. Это имам Муслим, Аль-Кушайри, Найсабури. Также Мухаммад, Мюхья, Дугали и так далее. Много имамов было с Найсабура. И он говорит, я хотел бы умереть на убеждениях этих бабушек. То есть бабушки, так, просто то, что пришло в Куране, они принимают свои. Не какие-то ученые, обычные бабули, хорошо. То есть те, которые как бы все. То есть чтобы я, как они говорят, «Ма джамату илля л-кила вал-каль». Всю свою жизнь я потратил, собрав, что сказал такой-то, что сказал такой-то. Никакую пользу это не приводит в Аллаху. Наоборот, братья, иман только падает, пока полностью не уходит. Пусть Аллах Субхана ва Тааля укрепит нас на этой религии.